10-летняя школьница попала в ДТП на перекрестке Карла Маркса и проспекта Ленина. Водитель за рулем Hyundai ехал по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В это время девочка решила перейти дорогу и натолкнулась на движущуюся машину. В результате ДТП она получила телесные повреждения, различные ушибы, сотрясение и перелом ключицы. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение. Девочка уверяла, что переходила на зеленый свет. Мы изъяли видеозаписи, которые нам прямо говорят, что девочка выбежала на запрещающий сигнал светофора, а водитель двигался на зеленый, разрешающий, хоть и на начало мигающего режима. В этот же день произошло еще одно ДТП. 25-летнюю девушку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на Зерново около парка. С ушибами ее увезли в травматологическое отделение. Третья авария с пешеходом произошла в пятницу также на улице Зерново между домами 16 и 18. Водитель 65-го года рождения, управляя машиной «Ховер», совершил наезд на пешехода 98-го года рождения, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора красный, как и в первом случае. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде ушибов и небольшого перелома. Госпитализация не потребовалась. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его привлекали за нарушение правил дорожного движения. Также сотрудники ГИБДД провели операцию «Бахус», остановили 3 пьяных водителей. Еще 3 поймали во время других рейдов. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.